Вы на семейном канале. Как канал Дэн называется? Baby Go! Baby Go! И с сегодняшнего дня мы начинаем настольные игры. У нас такая вот классная карточная игра. Называется она Lunacy. Давайте немножко про правила. Пока мама распаковывает, я прочитаю правила. День, смотри. Правила на самом деле очень простые. Вкратце выкладываются рубашками по одной карточке или по несколько карточек на стол. Остается закрытая колода, и всем участникам выдается по 5 карт. Если у вас в руках есть совпадающие картинки с тем, что лежит на столе, то вы сбрасываете карты. Если нет, берете карты из колоды. Ну и, соответственно, побеждает тот, кто быстрее избавляется от всех карт со своей руки. Интереснее играть в большой компании, но можно играть и вот такой маленький, как у нас я и мама. И Дэн тоже заявил желание. Дэн, в чьей команде будешь? В папиной или в маминой? В маминой. Дэн будет играть за маму. Ну вот. А если больше двух играет, то меньше карт на стол выкладывается. Если двое, то там выкладывается по одной карте. Поехали, попробуем. Смешаем. Так, значит, ты мне, я тебе, я раздаю по 7 карт нам. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Значит, кладу 1, 2, пока не смотри. Нет. А то мы с тобой в неравной ситуации будем. Так, ну что, теперь смотрим. У нас есть какое-то время посмотреть карты, найти совпадение. Куда нужно класть? Сразу. А я еще могу. Ну, подожди. А что? Нет, кто быстрее скидывает? Так, в том-то и дело, что в этом все игра заключается. Да, а ты маме помогаешь? А у меня дом-то есть? У меня дом есть. А я еще могу укладывать, так что сиди, жди. Так, нифига себе ты какая внимательная. А что, у меня 4 карты. У меня еще дом. Тостер! Ой, земля, я выиграл! У меня пустые руки. Я так понимаю, что я выиграл. Это нечестно. И посмотри, у нас карта сброса. У нас только это заполнено. Ну что, сейчас попробуем, давай? Ну давай. Давай еще раз. Может, как челлендж сделать, кто проиграл, наказание какое-нибудь? Не надо, папа. Не надо? Ну ладно, в этот раз мы без челленджа обойдемся. Давай еще разочек. Здоровская игра. Весело, по крайней мере. И главное, она быстрая. Можно. И я думаю, что в компании очень можно весело проводить время при игре с Lunacy. Не скоро научат, да? Не, это весело. Игра на внимательность, между прочим. Очень полезная для твоего возраста. Ну что, раздаю. Заметьте, я не мухлю. Там 11. 4. Так, значит, давай. Так. Вот так. Поехали. Друзья, если мы неправильно играем, напишите нам об этом в комментарии. Может быть, подожди, я даже карты не смотрю. Ты уже выкладываешь, читер. Я тоже хочу выиграть. Выиграть на хочет. Надо тебе как-нибудь впороть все это дело. Мама хитрая, начала игру без папы. В общем, папа даже карты посмотреть не успел. Друзья, если мы неправильно играем, напишите нам в комментариях, и мы сыграем правильно. Ну, а у тебя есть? У меня нет больше. Бери. Сейчас, а сколько надо брать? Ну, пока по одной, по очереди берем по одной. Ну, у меня больше нет, бери. Ой, держим. Часики улетели, да? Да. Мам, ты разошлась. Смотри, мама разошлась. А у меня что-то такая рука-то набирается. О. Капец, флаг. Ну тебе что, опять повезло? А, это бабочка? Бабочка и ведро. Женщина с ведром сейчас придет. Пирамида.
Слабо. Есть пирамида? Пирамиды и котики. Один, не пирамида. Че пирамиды и котики, 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 котики. О, нормально мне дом. Собачка. А чего у тебя мам? И все. Не скажу. Да что ты будешь делать? Мам, бери. Это кто, мам? Есть? Нету. У тебя домик. Меня тихонечко. У тебя домик. Глаз, мозги. У меня домик, да. Что там? Глаз, дверь. Черт. Нет. Это провал. Как я так быстро выиграл первый раз? Не знаю, может быть. А ты что там положила? Мухлевал? Не мухлюешь? Нет? Нет, не мухлевал. Так, понял. Реально? Держу. Реально как-то повезло. Оп! Оп! У меня нету. Ой, класс. Смухлевала и начала раньше меня. Это типа казнь, да? Это казнь, да. Двойной проигрыш. Друзья, ну вот такая классная сегодня была игра на Лунасе. Дин, тебе понравилось? Да. Игра на внимание, на скорость. Подержи, подержи, конечно. Ну а мы в следующий раз покажем какую-нибудь еще интересную настольную игру. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. И как пальчики вверх? Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. Показывай. Я тебе покажу обязательно, конечно. До новых встреч, друзья. Пока-пока.